как? Ну, с одной стороны, я не думаю, что мы многое потеряем, а с другой стороны, это как бы удар по свободе слова. Люди, ну, могут сами решать, что смотреть. Ну, как бы качество их очень низкое, я считаю, ну, если людям нравится. Я их смотрю. Придется отказаться от фильмов и вообще, наверное, от телевизора. Мне будет хуже, но я не могу кого-то обвинять в этом, понимаете? Ну, если так решили, ну, так и будет. Ну, неоднозначно. Ну, потому что надо заполнить же чем-то эту нишу будет. А вот сможет ли украинский кинопрокат восполнить это? Получится, будем смотреть, может быть, больше западную что-то. Нет, не смотрю. Для меня нет, я не пострадаю от этого, если не буду смотреть там русские фильмы. Я не смотрю, поэтому приняли, значит, молодцы. Значит, кто смотрит, будет немножко думать, о чем смотреть и как реагировать на всю обстановку в мире. Те, кто захотят посмотреть, все равно посмотрят в интернете, поэтому был ли смысл в этом законе в принципе, не знаю. Ну, я теоретически не против, возможно, это хорошая идея. С другой стороны, самое ли важно ли это, то, что сейчас нужно принимать.